Северодвинская теннисистка Дарья Лодикова успешно выступила в турецкой Анталии. В коммерческом турнире на харде с призовым фондом в 10 тысяч долларов наша спортсменка сыграла в личном и парном разрядах. В одиночном Дарья дошла до полуфинала, обыграв на своем пути первую усеянную теннисистку турнира Барак Айрадин. Путь к финалу северодвинке преградила будущая победительница Алена Сотникова из Украины. В парном разряде наша теннисистка вместе с хорваткой Марианой Дражич дошли до финала. Но в решающем матче уступили все той же Алене Сотниковой и Каролине Ромео из Франции.